Территория Одесской области полностью освобождена от российских оккупантов. Мы стали пятой областью в Украине, которая пережила оккупацию, потому что остров Змеиный – это поселок Белый Измаильского района Одесской области, но очищена наша территория полностью от расистов. Это первое. Что касается, собственно, уже ситуации, которая происходит сегодня, физического контроля пока нет, потому что мы прекрасно понимаем, что враг вот даже по пустому пока еще острову наносит удары, и его это все бесит, то, что он проиграл в этом бою, вынужден был бежать, но огневой контроль полностью на этом острове и за этим островом принадлежит нашей стороне. Поэтому враг проводит сегодня только авиаразведку, пытается бомбить этот клочок украинской земли. Но еще раз скажу, что полностью огневой контроль у наших ребят, у наших вооруженных сил, разнородных сил обороны Одесской области и всего юга нашей страны.